Или друзья. Ура! Тепло настало, солнышко встало, снег сошел на нет. Снегоуборочная техника передала привет. Быстренько запрыгиваем в штанишки. Настраиваемся на рывок. Заряжаемся адреналином и берем пример с номера 4. Только чур без фальстарта. И тогда путнику, висящему на подножке, доявится знак. Стоп-сигналы игриво подмигнут, словно бы в такт замысловатому мотиву. Внимательный пассажир покажет ушки на макушке и лицо на затылке. А водителю, не ожидавшему подвоха, откроется истина и багажник. Вот так вот. Нашкодившая легковушка спрячется в кусты. Но стоит ли ее в этом винить? Все это не более чем протокольные условности. Черный красного на зеленый. Или вишневый бурого в белого. Эдакий дорожный оперный балет с туманными перспективами и несчастливым концом. Оперный балет. Да, вроде бы ничего не предвещало, но по закону подлости и жанра в какой-то миг груз ответственности и сомнений может стать слишком тяжел, и тогда ноша утянет в столб. Или унесет в кювет. А тут уж каждый сам по себе. И резвая легковушка, и ее верный прицеп. И беспечный регик, который ехал себе по дороге жизни, и тут раз! Оглянись, незнакомый прохожий, скорчи нам удивленную рожу. Что остается в такой ситуации? Достойно держать удар, а лучше два. Но тут все зависит в первую очередь от характера. Кто-то предпочитает плыть по течению. А кого-то везет полицейский фургон, словно большого криминального босса. Кто-то едко хихикает над чужим стыдом. А кто-то искренне радуется своей нечаянной удаче. Но только главный герой дня выходит из заноса, не теряя самообладания и мобилку. Его подвиг едва не заставил пользователей вскричать от восторга. Но тут пришла супруга и напомнила, что дети спят. Рисковому прорабу напрочь снесло прохудившуюся крышу. Впечатлительного малыша словно рекламным щитом ударило. Упругим, как самый прочный и надежный батут. А курортница нырнула в набегавшую волну. Ну да, вышло так себе. Потому что поспешила, видно, соскучилась по лету, как полярник за водными лыжами. Ну и откровенно зевнула бэкфлип. Такое случается даже с опытными гимнастами и полными сил котами, которые в лучшие времена пролезали в любую щель и без колебаний отбирали миску у горячо любимого хозяина. А вслед за котом не все получилось у решительной и упорной жокейши. Но она таки дождалась своего часа и оседлала любимого конька. Этот незамысловатый сюжет разделил сеть так же радикально, как преграда, отделившая экстремала от велика. Или как коварный трамплин, разделивший попрыгунов напарников на везунчика и лузера. А некоторые пользователи размечтались, мол, водитель должен был напугать оппонента, словно страшный дракон, или даже дать ему леща. Врезать первым, повыделываться перед народом, а потом завязнуть в изматывающей схватке.
Или наоборот, долго что-то выяснять, а потом ударить и стремительно скрыться с места преступления до появления полиции. Ну а мы считаем, что осторожный мужчина все сделал правильно. Ведь в памяти пользователей свежи еще дорожные баталии между умудренными опытом автолюбителями. Но седина в бороду, ногой в бочину. Вот уже и монтировка показалась в кадре, а потом автор уехал из нашего рассказа на капоте, размахивая карающим жезлом. В другом случае до открытой схватки дело не дошло. Водитель малолитражки немного затупил на переходе. Но разве это повод ломать зеркала и выбивать стекла? Вон был случай, когда двое ребят в аварию попали, документировали ДТП, а водитель серого кроссовера взъелся на пацанов и отломал, что видел. И что из этого следует? Правильно, если на тебя нападают две злые женщины, надо подумать и найти оптимальный выход. Эх, если бы автор видео еще сзади не подпер... Траектория женского автодвижения якобы не регулируется правилами. Зато нередко пересекается с другими водителями, которые не умеют разгадывать сложные замыслы эмоциональных и импульсивных автолюбительниц. Что ты ехала? Светофор горел, сказала. Светофор зеленый. Но тут, мужики, нечего руками разводить. Учить уму-разуму надо не на оживленной трассе, а на пустынной грунтовке, где начинающей водительнице не угрожает ни трафик, ни нежданчик. Потихоньку газуй. Так что спокойно инструктируем, подсказываем. Езжай. И готовим к выезду на большую дорогу. Если что не так, я тебе говорю, нажимай сцепление и тормоз. Все, тебя больше не будет. Где ждут приключения. Притормози маленько. Можешь. Сцепление и тормоз, зай, тормоз. И два злых на весь мир дачника-огородника. Да, случаются необъяснимые ситуации, когда, образно говоря, Марина в упор не видит опасности. Ой, Марина! А ты не видишь, что ли, Марина? Не видела. А резвая гонщица переоценивает свое умение лавировать в ночи. Но пусть и запоздало, к ней все же приходит осознание и раскаяние. Можно быть 100 раз правым, но лучше правильно оценить ситуацию, и если неадекват атакует, не грех сдать назад. Притом быстро, парнишка. Давай, ходу. Иногда включать заднюю передачу полезно. Хотя бы потому, что против ветра не попрешь, а лунной походкой плывешь, словно в лодке. И красиво притвориться все же лучше, чем убиться. Да, задний ход не панацея, особенно на хрупкой, ненадежной переправе. Но нестись вперед без оглядки, словно щенок в погоне за вкусняхой, это авантюра, обреченная на столкновение с деревом. Редким счастливчикам удается поймать своего оленя. Кто-то падает, чтобы сразу подняться и поехать дальше. Но большинство, увы, ловит колесо, кузов грузовика, шершавый асфальт. А желтому просто каркнул под руку ехидный напарник. И ведь никто не оценит красоты замысла, а запомнится только боль и стыд. Да, очень хотелось изобразить и поразить. Красиво уйти в закат. Тем более, что толпа почитателей кричала: «Давай, Гарри, давай!» И Гарри дал. А потом осознал, что это был банальный троллинг от сетевых циников. Мышеловка, которая бесплатным сыром манила,
Спасибо, хоть не прибило. Опасная иллюзия отчаянного домохозяина, который возомнил себя крутым диджеем, забыв, что кухня не клуб, веселья не будет. Как говорят поклонники зимних видов спорта, нету снега, нечего бегать. Мы двигаем дальше. Вот только почистим перышки и салон новеньким автопылесосом. Very powerful, Hoover. Все, порядок, дворники заряжены, работаем слаженно, одной сплоченной командой. Осторожно, двери закрываются. Полстраны уже здесь. Спешите занять последние места в нашем супермаркете потрясающих документальных историй. Конечно, не все попадут в зал славы сетевых неадекватов. Здесь полно своих блюстителей, способных добавить перчинки в сюжет, жизнь и глаза искателей приключений. Они работают с массами по принципу: чем больше толпа, тем мощнее струя. В крайнем случае, если народу все равно не имется, джедаи применяют боевые велосипеды. А если блюстителей нет, баллончик правосудия в свои руки берут обычные граждане. Точнее, гражданки. В итоге харизматичный оратор забывает текст выступления, умывается горькими слезами и минералкой. А коварная леди, сделав дело, элегантно исчезает из кадра. Со стороны кажется, дама поступила не по-дружески. И правильно кажется, потому что с друзьями так не поступают. Друзьям ставят в стакан с лимонадом мешочек с самым ядреным соусом на планете. Потом ждут, снимают, ржут. Да, выглядит немного жестко. А любимые получают от своих ненаглядных воду в постель и лед в душ. Традиционные угощения, мука или крем, выдаются только по особому случаю, уровнем не ниже юбилея. Что ж, приятного аппетита! И с днюхой, дружище! Обычные методы взбадривания и тормошения уже не действуют. Никто не боится, не плачет и не скачет. Ну, разве что петард заложено под сотню. Давай с Богом. Давай с Богом. Отважные неадекваты тем временем смело открывают дверь в неизвестность. Ты обещал закрыть нас. Попутного ветра, друзья! Гордо несите знамя победы. Они идут к цели с открытым забралом. Потому что закрытое забрало не налазит на лицо. Чёрт! Иди сюда! Эти сорвиголовы не замечают преград. А надо бы. Старый фокус с водой в глаз действует только на обидчивых несмышленышей и доверчивых женишков. А вот умудренного папаню на такой ерунде не проведешь. Но и у отца хватает тараканов в ноутбуке и пауков в кулаке. Так что держись, сынок, у тебя еще все впереди. Точнее, на лице. И молодой маме рано расслабляться. С такими-то подругами, готовыми на любую пакость, подставу и подножку. У завидного жениха такая же беда. Тролли, друзья потеряли честь, совесть и обручальные кольца. Шутка затянулась. И в конце концов тамада признал, это была его идея. Все, теперь молодым совет да любовь. Присаживайтесь, новобрачные, и готовьтесь. Сейчас будет полный отпад.
Потому что начинающий экстремал тоже готовится к главному прыжку своей жизни. Парень вслепую должен сигануть в воду с высокого моста. На самом деле мост невысок, прикол не нов. А товарищ прыгуна никакой не товарищ, а злой шутник. На вопрос, зачем топить друзей и близких, есть четкий и неожиданный ответ. Все от любви. Тролли хотят, чтобы к ним прислушались. Они стремятся оторвать заблудших от виртуальной реальности и вернуть к настоящей жизни, которая бьет ключом и молотком. Как говорят сами пользователи, раз гаджеты горят, значит, это кому-нибудь нужно. Таким вот образом неравнодушные герои сети пытаются вытянуть равнодушных героев из футляра, в который те сами себя спрятали. Озорную студентку будто курица клюнула, а вот рассеянный студент все пропустил. У адского стрелка закончился пистолет, но остались патроны в обойме и ствол в запасе. Автономная газонокосилка обрела внезапную и полную свободу. Суровый носорог как-то совсем уж расслабился. Музыкальная лепешка исполнила победный марш. И только наши труженики клавиатуры и монитора продолжают работать на том, что попадется под лапу, выдавая на гора гениальные тексты и забойные сюжеты. Они без устали стучатся в закрытые двери и с удовольствием разрывают шаблоны, потому что и двери, и шаблоны — полная жесть. Они не лезут в кадр, давая возможность другим красоваться на переднем плане. И молодцы! Кто-то ведь должен тягать стулья, пока падкие да слабые персонажи изображают звезд. Так что, папа, держите пятюнчик, сохраняйте равновесие и продолжайте смотреть всем. Маленькие и коварные стремятся побольше тяпнуть больших и ленивых, чтобы не были такими самодовольными. Затопить печурку, чтобы обогреть и принести уют. Наконец, взять у приятеля-баскетболиста стакан ровно за миг до того, как его снесет дружище-футболист. Прогнулся, понимающе кивнул по этому поводу всем телом резкий боец. Банк! Поймал на лету, отрапортовал ловкий запасной игрок. Тяжело в учении, утешил отец-молодец сыновей футболистов. Суровый батя бросил вызов своей ребятне и пошел с мячом против лопаты, пустив из виду, что брат за брата. Снимаю шляпу, махнул не глядя опытный рыбак и не без труда потащил из пруда. Тоже мне рыба мечты. Презрительно скривился его продвинутый коллега, старательно фиксируя на камеру главный провал в своей блестящей карьере. «Побойтесь гнева высших сил, тролли!» — воздел к потолку руки путник, смиренно неся свой крест. Воткнул так воткнул, выкрутился батутный попрыгун. Кто б говорил, с горечью брякнули нерасчетливые лонгбордеры. Сноубордер хотел возразить, но не успел. Зато успел поразить и сразить. А потом кольца в свои крепкие руки взял юркий гимнаст и всем показал, что значит реально воткнуть. От взлета до падения полшага по батуту, философски заметил мастер преодоления барьеров. «Все, суета», — подумал парижский коммунальщик, переливая из пустого в порожнее. «Горену синим пламенем!» — обреченно выдохнул каскадер Самоделкин, слегка перемудрив с зажигательной смесью. «Are you okay?» «Что-то было!» — озадачилась по поводу происходящего супруга польского дальнобойщика. «Какой-то страшный сон!» — грохнул об пол смертельно уставший Собакин. «Мороз по коже и иней по шерсти!» — муркнул в полудреме снежный тигр.
Сон сном, но всегда нужно быть начеку, на высоте и на заборе, авторитетно заявил мелкий представитель семейства кошачьих. И на позитиве вздохнул, не подавая виду, автолюбитель, которому досталось от коварной судьбы попутного грузовика и встречной легковушки. Все нормально, все живы-здоровы, все хорошо. Нас не остановить, только сбросить. Не спасовала перед барьером отважная жокейка. Так на щите или на скейте? Ударил больной вопрос в голову экстремала. На батуте! Хохотнули в ответ акробаты-неадекваты. Вот это был удар, батя! Не на шутку испугался маленький самокатчик. И вроде делал все, как учили. Удивленно поморщился начинающий мастер слэм-данков. Видимо, в расчеты закралась ошибка. Ухнул с высоты своего положения рисковый испытатель. Банальный промах пришло в голову юной амазонке. Это был нокаут, подруга. Не устоял на краю мастер бэкфлипа. Какой позор! Вскричал в ужасе доморощенный танцор, пойманный с поличным на вполне приличном. Марина! Нет, только не это! Успел пискнуть игривый пацаненок, уносясь в розовую даль. Ох, кто-то допрыгается, подумал кот джампера. Поспешишь, чутка рассмешишь. Поддела котейку веселая домохозяйка. Самокритичный пес наконец-то посмотрел на себя в зеркало. Потом в открытый шкаф позырил, потом снова на себя. Его собрат и товарищ, по несчастью, тоже сделал нелегкий выбор. Чуть не разгадал нехитрый фокус, но в итоге признал, что хозяин – шаман. Третий и четвертый с Собакиной никак не могли поверить в очевидное и побоялись ломиться в несуществующую дверь. Пришлось кормильцу импровизировать на ходу. А вот пятый домашний любимец достиг взаимопонимания и достал до подбородка. Юная хозяйка достала, если не до потолка, то до люстры. Отец-молодец открыл окно, если не в мир, то во двор. Два брата-акробата разбили мамкино сердце и папкин абажур. И доморощенный футболист-виртуоз с опозданием понял, что это фонарь. Кино было огонь, а вот монитор – отстой. Подытожил тему мастер ближнего боя и разрядил обстановку в упор и в экран. Да, если честно, все немного напакостили. Только чур молчок, иначе влетит. И, возможно, не раз. Ладно, поехали дальше. Навстречу приключениям и непредсказуемым неадекватам, которые уверенно держат путь в отбойник. Столб. И зал славы сетевых антигероев. Так что смотреть всем, учиться на чужих ошибках. Беречь зеркала. Не гнаться за недосягаемым, Сережа. Поехал тебе, Сереж. И не забывать, что вы не один такой любопытный притормозили напротив аварии.